В Барнауле похищен мужчина. Краевое следственное управление возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 38-летнего Михаила Седова. 2 октября около 10 часов вечера в районе гаражно-строительного кооператива по улице Малахова между Михаилом и неизвестными произошел конфликт. Как пишет его супруга на своей странице в социальной сети, предположительно, Михаила схватили возле гаража двое неизвестных и затолкали в багажник. Женщина указывает автомобиль «Субару» цвета «Графит» с госномером У-113-ТН. С тех пор местонахождение Михаила Седова неизвестно. Позже сотрудники полиции обнаружили пустой автомобиль пропавшего в районе поселка Власиха. По словам жены, супруг работает наемным директором в одной из коммерческих организаций Барнаула, и причин для похищения она не может представить. Михаила Седова ищут волонтеры и правоохранители, которые сегодня обнародовали фото предполагаемого преступника. На вид ему 30-40 лет, полного телосложения, волосы русые с сединой, есть лобные залысины, носит усы. На носу ямочки, предположительно, от ветряной оспы. В настоящее время следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины и всех обстоятельств его безвестного исчезновения. Расследование дела продолжается.